как всегда, у нас здесь прекрасные условия, многообразие рельефа. То есть можно и сделать, и откататься, и сделать тяжелую работу. То есть здесь всегда и с питанием, с проживанием, то есть со всеми спортсооружениями всегда нам навстречу идут. То есть проблем никогда здесь не было и не думаю, что они будут. Всегда с большим удовольствием сюда приезжаем. Методическое направление одно, то есть, в принципе, и тренировки все совместно проходят. Да, конечно, они друг на друга ориентируются, видят, кто в каком состоянии сейчас. Как бы спарринги никто не отменял, особенно это стрелковой части касается. Сейчас в основном базовая такая аэробная работа, достаточно такой нормальный объем. В силовом плане немножко набираем. Ну и стрелковая часть, это тоже, опять же, базовая, фундаментальная работа. Без пульса пока, работа с мишенью. Погода, я скажу, наоборот, комфортная. То есть было бы намного тяжелее переносить нагрузки, если было бы там 30 градусов на улице, солнечно. Здесь очень комфортная погода для тренировок. В этом плане никаких проблем нет. Мошки, это да, конечно, их много. Тем более за тренировку спортсменки за собой, ну, достаточно большой шлейф такой собирают. То есть тяжело даже остановить, если по техническим моментам, по каким-то общаться. Мы пробовали снимать, останавливать. Ну, невозможно, даже если репеллентами пользуешься. То есть минуту постоишь, уже начинают кусать. Такое чувство, что они бессмертные здесь. Наверное, как все, так скептически смотрели на первый матч, судя по крайним играм. Ну, как видим, что сборная всю подготовку, которую проводила до чемпионата мира, она вся пошла в плюс и в функциональном состоянии. Мы как из вида функционального, конечно, на это все смотрим. И, то есть наши игроки бегают все 90 минут от и до. Это, конечно, очень радует. Результат, конечно, впечатляет, так скажем. 8 голов в первых двух матчах. Это, ну, очень сильный. Сборная выглядит, по крайней мере, готовой. Это точно к началу чемпионата мира.